В деревне Байбаки по дороге на Ивантеевку установили уникальный дорожный знак. Его изображение вы не найдете ни в одном перечне дорожных указателей. Судя по внешнему виду, знак относится к категории предупреждающих, но о чем он предупреждает, сказать сложно. Табличка на его обратной стороне информирует, что знак выполнен по ГОСТу. Можно, конечно, предположить, что нерадивые рабочие перепутали и прикрепили всем известный знак «Уступите дорогу» вверх ногами. Однако никакого перекрестка впереди нет и уступать дорогу некому. Так что каждый водитель может придумать себе любое предупреждение в меру своей фантазии. Мы решили сделать вот так –